С 1 июня в Курганской области открылся сезон охоты на кабанов. Ореол их обитания в нашем регионе ограничен. Северная и западная часть Заурали. Охота производится как на общедоступных угодьях, так и на закрепленных. На первых – парнокопытные редкие гости. В этом году взрослых особей здесь было зафиксировано лишь 64. Закономерно. Где лучше, там и размножаемся. А это арендованные участки. Здесь их более 8 тысяч. Сроки любительской и спортивной охоты установлены губернатором. Конец 28 февраля 2017 года. Право на нее охотники должны получить в региональном департаменте природных ресурсов. Распределение разрешений между закрепленными угодьями также завершены. Путевку можно получить на месте. Сезон охоты уже идет, охотники охотятся. Значит, охота такая специфичная и как бы не особо распространенная у нас в области. Вот. Происходит она обычно на подкормочных площадках в летний период. Существует ограничение, запрет, а это запрет добычи самок с приплодом текущего года. И есть запрет на производство охоты способом загона. Так как охота на кабана производится в основном в вечернее и темное время суток, у охотников велик соблазн использования для поиска, выслеживания и преследования добычи с помощью света. Так называемая охота из-под фар. Наказуемо. Некоторых не пугает. Случаи повторяются ежегодно. Работа по выявлению браконьеров идет постоянно и усиленно. Минимальное наказание, крупный штраф и конфискация оружия. Овчинка выделки не стоит. Официальная путевка на сегодняшний момент стоит 15 тысяч рублей. Сюда входит проживание в гостинице, питание и услуги егеря. Нормы отстрела в этом году, как и прежние, до 80%. Благодаря действующим в регионе программам по восстановлению объектов животного мира, популяция животных восполняется практически молниеносно. К слову, на реализацию соответствующей областной программы в 2015 году было потрачено около 4 миллионов рублей из региональной казны, почти 10 миллионов субвенций. В текущем году сумма из областного бюджета составила около 2 миллионов, федеральное финансирование чуть более 10,5. Алексей Старцев, Александр Меньшиков, Лидия Кагородцева, информационное агентство «Курган.ру».